Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и перед тем, как мы погрузимся в пучину бездны, в битве за эласмозавра, там нас ждут вот такие вот суровые твари, да, ну, в принципе, нормально. Если у пахигалозавра меньше 25 тысяч жизней, значит, он с ним все в порядке, да. Так, но перед этим давайте мы потихонечку будем продвигаться, да. Мы в одной из прошлых серий создавали Мегиста Курса гибрида. Так, а про тебя тут ничего не пишет как-то, да? Ну, Мегистотери, то бишь такая а-ля пещерный волк плюс Дедикурус. Да, такой броневичок был. В общем-то, теперь у меня их два. Давайте, кстати, пойдем сразу возьмем третьего за 15 косарей. Я так потихоньку заработал немножко, потратил. Заработал, потратил, вот. Как говорится, не трать больше, чем зарабатываешь. В смысле денег, генов и прочей лабуды желательно. Да? Так что мы давайте сейчас начнем эволюцию. Сделаем себе уже 20-го Мегистокуруса. Так, тут он был коричневый, теперь он станет каким-то серо-фиолетовым. В принципе, можно, наверное, с им сразу пойти и посражаться один боёчек в PvP-аренке для разогрева, да? А потом пойдем завоевывать эласмозавра. Так, минус одна дуду. Так. Так, ну, повеселее стало, да? Он такой как-то... Цвет приобрел 1400... 80 на 463, ну как обычный легендарный динозавр среднего уровня, да? У нас он таким вот получился. Ну что, давайте тогда пойдем на PvP. Сразимся им сначала. Все существа пещеры. Ой, гроты. Если быть точнее, вот наш Мегистокурус. Давайте собачка. Не так. Вот так, в принципе. А по центру возьмем динозаврика какого-то. Вот, как раз вот легендарного и возьмем. Возьмем кого-то легендарного. Рекса, например. Почему бы не взять Рекса? Так. Любимчик публики, выходи. Вот. Вот. Так, и у нас тут только 1400. Так, этот помощнее будет. Кто у нас тут такой самый слабенький из легендарных? Кто там? Зухамим, да, Астафрикозавр. Вот. Астафрики, смотрите, практически такой же. Ну, даже удар у него посильнее. Посильнее, но мы возьмем Рекса. Мы возьмем Рекса. Все любят Рекса. Мы берем Рекса. Ну, погнали. Ребятки, кто вам больше нравится? Гиенодон или Мегистокурус? Так, вообще-то все шикарно получилось. У нас три травоядных. Короче, Рекс будет пировать. Гиенодон у нас будет в качестве приманки. Но они послабее нас, получается. Жизни побольше было. Но великий, ужасный и зубастый Рекс, да, с 30-сантиметровыми зубами, в отличие от 20-сантиметровых у Кархародонтозавра. Легко тут всех нашинкует. Ну, я, наверное, сейчас выпущу Мегистокуруса. Он у нас все-таки главный герой, Терекс будет на подстраховке. Так, знаем, 2 балла. 2 балла. Ух ты, блин, да много придется потратить. Супер Соник! У нас вот такой вот. Так выбросили гиганоцефала, да, типа. А ну пошел на арену.
Да, только бы, короче, кровавое пятно осталось, если бы гигантоцефал приложился к нашему волчонку. Да, и на выручку пришел тираннозавр. Тираннозавр – великий уравнитель. Это как там это, в игре Сталкер был, как там это называлась эта фигня? Пожиратель мозгов, великий кто-то там, было там какое-то такое устройство? Так, ладно, давай, что нам попадется? 200 генов попалось, ну неплохо. Неплохо. А теперь можно пойти и на нашу арену. Так, что, какого-то птерозавра взять? Не-а, надо травоядного взять. Возьмем травоядного. Он подменится, скорее всего, на хищника. Возьмем амфибийку. И возьмем, допустим, индораптора. Блин, я тоже что-то не дорассчитал. Там же больше 6000 сила удара у паразауролофа. Да, я рассчитывал, что на пахе голозавра подменится. Вот подлец. Все не, должно было быть не так. Нам сейчас, кстати, могут задницу надрать легко. Ну, я его просто реально не могу пробивать монастиготопсом. 21 тысячу жизни я вообще нигде не пробью. Хорошо, что он проатаковал на все 4. Но для нас, в общем-то, это плохо. Потому что гаргазухам тоже пробивать как бы... совсем неохота. Дело пахнет керосином, ребята. Блин, а у него сейчас будет 4, или Насцелис меня сейчас за один удар прокусит? Правильно я понял? Не, не прокусит. Но это кошмар. Блин, а. Печаль, беда. Блин, ну не знаю даже. Ну просто удар сильнее у индораптора по пахе голозавру. Ё-моё, хана нам, ребята. Если бы я его мог пробить хотя бы за 3 удара. Все, да, не хватает нам баллов. Понадеялся я. Да, ну слишком сильный был паразауролов. Ну это все, атака на 2 и финита ля комедия. Ну ладно. Как говорится, то, что нас не убило тут окончательно, сделало нас сильнее. Значит, сейчас пойдем и наваляем другим составом. Да. Значит, надо взять, брать птерозавра первым. Птерозавр. Он подменится на хищника, точно. Я вот думаю просто, кого взять. Брать ли сюда вообще амфибию? Ну вот так давайте все-таки. Самый жирный у нас здесь паразауролов и пахигалозавр. Так. Ну надо ставить в защиту. 9000, вот это у него сила удара адская.
А сколько мне нужно, чтобы пробить его? В принципе, хватит и 4. Ну, пробуем. Да, пробил, блин, ну и 3 хватало на самом деле. Мы сейчас его, конечно, сливаем, но там все, в принципе, нормально. Он атакует нас на 2 из 5. Не знаю, давайте поставлю 4 в защиту. Ага, жесть, это была моя величайшая ошибка. Блин, я просрал все баллы, представляете себе? А-а-а-а. Вот это жесть. Меня сейчас пахигалозавр убьет. Ну, вот это была моя ошибка, да? Я думал все-таки выжить, но не фартануло. 2 раза подряд проиграл. Такое было, я не знаю когда. Так, а ну, Александр, соберись. Соберись, ё-моё. Я уже сколько сильных существ потратил. Так. Ну, допустим. Пойдем вот так, чтобы он не подменялся. Вот так. Блин, я освободил вот этого парня случайно. Ладно, идем так. Стратегия номер 3. Он меня не пробивает. Отлично. Подменяться ему незачем. Я-то думал там еще пройти турнир с пахигалозаврами. Я так смотрю, что фигушки. Так, раз, два. Раз, два, три, 4. Может, я даже Метриофадоном смогу пробить вот этого гаденыша. Ну, хоть, конечно, не стоит. У него балл один остался. Ну, надо подменяться нам. А, гаденыш, балл перенес. Но ему придется потратить все равно минимум 4 балла, чтобы меня пробить. 1 балл его не спасет. Так, я же за 3 пробиваю. Все равно все на тоненького. Просто, да, вот когда у противника 3 разных существа, это самая неудобная фигня. Фух, ребята. Это было непросто. Это было капец как непросто. Блин, опять тут всякая лабуда нам. Так, ну что будем брать? О, здесь можно взять спокойно Сигназуха. Давайте пойдем. Двенадцать тысяч сила удара у него.
Да, вот это, конечно, адская машина убийства. Ну, Сегнич его сейчас быстро нашинкует, конечно. 8500, блин, а капец, ребята. Не, ну здесь у нас все пройдет, надеюсь, гладко, без проблем. Атака на все 4. Это нам упрощает задачу, мы легко справимся за 3 удара. Три и раз, два. Три поставлю все-таки. Уровень, конечно, у существ внушающий, да? 355-й. Стегоцератопс. Так, ну все, прощай, мой друг. Ух, так, ну что там нас ждет в конце? О, блин, я тоже хочу таким посражаться. Трицератопсом, 4571 уровень. Это, наверное, максимальный уровень. По-моему, у меня более высокого уровня вот не было в цифре. Ну, противники легкие, ребята. Легкотня. Давайте возьмем нашего пахигалозавра. Потом давайте вот так. Но главное, что пахигалозавр у него 39-й. Смотрите, какой. Давай на размен пойдем с тобой. Кто быстрее кочурится? Ты или я? Ну, походу, он. Хотя ему сменяться особо смысла не было, да? Держимся, держимся, ребята. Наш бастион не падет. Надеюсь. По полной нас проатаковал, но... Вот люблю я пахигалозавра за его неубиенный характер. Как он, а? Трицератопса как прокусил. Ну классно, ну шикарная модель трицератопса. Я каждый раз смотрю на нее и любуюсь. Так, ну он пробил нас, конечно же. Ну надо же хоть эрлифозавру что-то поработать. Да, неплохо так пришлось поработать. Ну, а шуникам всего лишь 602 уровень. Ну, правда, он легендарный. 6, атака на 4. 2 балла у него осталось. Так, а тут вопрос. Гад, почему я думал, что у него 2 балла осталось? Ну, так, теперь тебе точно хана. Ух, ребята. Ну, как говорится, вот такие вот сражения и пробуждают интерес к игре заново и заново. 200 баксов, ха-ха!
А то я случайно откупил это ваш 20-го индораптора, вот как бы компенсация. Вот так вот, в общем-то, на этом тогда, ребятки, все. Давайте глянем, что у нас тут по новостям. Ничего не добавили. Ничего не добавили, кроме анакондочки. Кроме... Да, это же будет у нас... Не... То есть, титанобо у нас уже есть. Это змея, кстати, ядовитая. Это не... Ну, это ж не... Вообще-то не может быть ни титанобо, ни анаконда. Ну, или это просто они что-то намудрили. Это же ядовитые зубы. У питонов, анаконд, удавов нету зубов ядовитых. Ну ладно, разберемся с этим как-нибудь попозже, в пятницу. До скорых встреч.